Слава человеческая – это западня для недалеких умом. Только не в этот раз. Для священнослужителя 3 июля стал двойным праздником. В День независимости Беларуси имя Бобручанина внесли в книгу славы Могилевской области. Все, что мы делаем, делаем ради славы Бога, делаем для людей, делаем для того, чтобы Слово Божие продвигалось, чтобы оно находило себя в сердцах человеческих, чтобы имело отражение в жизни людей. Свой путь священнослужитель начал в Бобруйске. Не жалея сил и времени, всего себя посвящал Богу и людям. Поэтому, говорит, такая высокая награда – не личный успех, признание вклада. Православная церковь, как и другие религии, в 20 веке были гонимы, преследуемы, к сожалению, из песни слов не выбросишь. А сейчас есть хорошее сотрудничество церкви и общества, церкви и государства. И, наверное, у нас что-то получается. По признанию епископа, столь высокая награда – это и большое вдохновение для свершения новых дел. Сейчас все силы Бобруйской епархии направлены на возведение архитектурной жемчужины города – храма Александра Невского. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.